Александра Сергеевна Жалыбина уже 7 лет на пенсии, но жить начала гораздо активнее и насыщеннее, чем в трудовой период. Она до сих пор продолжает работать методистом в автошколе. И несмотря на рабочий график, сейчас у этой активной женщины появилось время и возможности думать о себе, заниматься саморазвитием и здоровьем. Стало больше времени, ну а к старости куча болячек вылазит. Поэтому я стала вести здоровый образ жизни. Эта обаятельная женщина много лет работала следователем. Александра Сергеевна – человек очень открытый, позитивный и жизнелюбивый. Ходит на столбы каждые выходные, увлекается фотографированием пейзажей на свой простенький фотоаппарат, делает из бисера и шерсти чудесные картины и поделки. 25 конфет здесь, шоколадных, вкусных. Вот, чтобы от души человек угощался конфетками и был рад. Любимое ее хобби и способ порадовать близких – это поделки из конфет. Красиво, вкусно и приятно. Для девочек можно сделать куколку-конфетку. Для мальчиков – шоколадный шашлык на палочке. Короче, фантазия безгранична. Это натюрморт с виноградом. Здесь, значит, 2-3 вида даже конфет. Это простые карамельки, просто простые карамельки. Есть специальная бумага, полисилк называется. Вот они обертываются. Александра Сергеевна научила и нас делать произведения рукодельного искусства из ароматных конфет. Оказалось, это вовсе не сложно. Приклеиваем специальным пистолетом конфетки к основе, а потом украшаем аксессуарами. Все. Все, она будет держаться, не бойся. Бери другую конфетку. Слушай, как интересно на самом деле. В те недолгие 20 минут, за которые мы шустро оформили свой конфетный тортик, к Александре Сергеевне зашла в гости ее крестница Наташа. Наташа рассказала, что ее крестная мама – человек очень энергичный, неленивый и жизнелюбивый. Близкие часто просто не могут угнаться за пенсионеркой. Мы на столбы ходим, мы вот поделки, как бы я не делаю поделки, но я периодически наблюдаю, как она этим занимается, вот. Пытаюсь как-то учиться. Дома у нас тоже очень много, скажем так, ее поделок. Александра Сергеевна участвует в конкурсах, путешествует с сыном и невесткой в теплые страны, активно осваивает компьютер. Даже стала победителем городской компьютерной олимпиады для людей старшего возраста и выиграла нетбук. В общем, живет ярко и не скучно. И не каждый молодой человек так сумеет.